Пацаны, подержите, пожалуйста. Видел нормально. Ну, Гуся! Давай! Гуся! Напиши халява. Какая там минута? Игорь, пиши. Сейчас, подожди. Тебя никто не дергает. Да он. Не, сударь наш, писатель. Опа! Не надо думать только о себе. Где там? Вон, прянику надо дать, наверное. Ему без солнца, ему это, без кепки, наверное, сложно будет. Пил. Хорош, Макс! Гадара! Ну! Блять, ну! Ударь! Ударь! Да! Дайте мне Гадара! Давай! Да! Так, что ты написал? Круче реализовал ты на... Опасно. Опасно. Пиши. Хорош! 22-я минута. Он да, радуется.
А потом говорю, у них там такой игрок, как Прученко играет, два гола забил. Дай вперед! Давай! Пошел! Она сверху вниз идет. Я сразу, видишь, сейчас куча под перекладину. Сейчас, сейчас. Опа! Бля! Он счет, наверное, к счету ставит. Пробей! Блять. Хорош! 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 Хорош, пинул. Оп! А там еще. Нормально! Давай, давай, давай. Один! Паша! Стреляй! Пох! Хорош, блядь! Ставь это на кадре. Минута. Ну да, если бы только не этот дальний удар, бля. О, пошел, Виля! Вот, бля, обалдел, что ли? Че, блядь? Ладно, ты это странно. Вся команда бы тоже не лежит. Давай, 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 вынеси оттуда. Опа! Капитан Шаталин, Евгений и твоя прекрасная жена, поздравляем вас с рождением первенца.